Hi, Sophie, at the Mama y Papa. We are in Salzburg now. Say hi to Sophie. Hello, Sophie. Мы здесь, в Сальцбурге, и здесь родился композитор Моцарт. И я думаю, что ты его уже знаешь. Это очень известный композитор. Он музыку писал, которую ты любишь слушать. Вот сейчас я хочу показать тебе фонтан. Я знаю, как ты любишь фонтаны. И вот здесь очень красивый, большой-большой фонтан. Видишь, что здесь? Лошади. И посмотри, как вода льется у них изо рта. И видишь, вон там льется вся вода. Видишь, какой фонтан? Он большой. И вот лошадь. И вот еще лошадь. И вот это Зальцберг. Это одна из один из скверов. Вон папа. Вот, слышишь колокола? Вот это церковь. А вот сейчас мы пойдем посмотрим. Сейчас настоящие лошади. Ты увидишь. И я по тебе очень скучаю и очень люблю. И мы нашли для тебя много подарочков. И скоро мы тебя увидим. Скоро-скоро. А вот сейчас я хочу, чтобы ты увидела здесь, какие настоящие лошади. Видишь, здесь сколько много людей. И красивые здания. Да? И слышишь bells, колокола? Вон там две собачки идут. Видишь собачки? Вон там собачки. Видишь собачки? Can I ask you to hold this? Ага. А вот здесь лошади. Смотри, сколько их много-много. Много-много лошадей. Красивые лошади. Вот их можно потрогать. Вот так. Видишь, тетя трогает лошади. Красивые лошади. Их много-много. А у этой лошади косички, как и у тебя. Косички. Плохо видно. Вот, видишь, какая косичка вот здесь. Это косичка. Вот так вот. А эти маленькие коричневые лошади, они больше похожи на пони. А вот самые-самые красивые лошади, у них очки. У них очки и цветочки в волосах. Видишь, какие хорошие лошади? Да, такие очки. Оп. И сейчас мама возьмет и подскажет, можно вам потрогать? Вот мама трогает лошади одну. И мама трогает лошадь другую. Хорошие. Оп! Оп! Хорошие лошади. И какие у них красивые очки. Вот так вот. И вот эта карета. Вон опять там фонтан. И вот, вот эта большая церковь. Внутри очень красиво. Мы тебя крепко любим и скоро увидим. Бай-бай.